Коротко о наших дорогах. Говно. Никогда такого не было, и вот опять. Дороги Волгодонска с каждым днем становятся все хуже и хуже, но, казалось бы, куда еще хуже. Возможно, совсем скоро нам придется поменять своих четырехколесных друзей на четвероногих. Иначе передвигаться по нашим дорогам просто невозможно. А вот эти камушки, разбросанные по всей дороге, являются тем самым составом латок, которыми закрывали ямы во время ремонта дорог. Дорогах. Говно. Жесть, дичь, но надо верить в лучшее. Ждем, что новая власть, новый мэр предпримет необходимые действия, чтобы улучшить, наконец, дороги в нашем городе. Убитые вообще. Но есть кое-где дороги. И в очень плохом состоянии, вот и все. И когда именно пикаю я, ругаюсь только когда в ямы попадаю. Это бывает очень часто и очень много. Дороги ужас, просто ужас, кошмар. Состояние вообще на двоечку даже. Говно. Дороги ушли вместе со снегом. Мало того, снег никто не чистит. Ни во дворах, ни на дорогах. Вот и все. Ну, уроды, что сказать. Причем. Говорят, что надежда умирает последней. Так вот, изо всех сил хочется понадеяться на то, что в нашем городе когда-нибудь будут нормальные дороги.